Мир художника – особый мир, который открывается лишь избранным. А стать участником событий, которые тронули струны души мастера, вдохновив его на новую картину, может каждый. «Краски на холсте» – так называется выставка Сергея Сапрунова. И действительно, она представлена красками на холсте. С той лишь разницей, что красками являются эмоции и чувства художника, а в роли холста выступили реальные пейзажи русской природы и классические натюрморты в лучших традициях голландской живописи XVII века. Предметы соединены в натюрмортах без особой вычурности, что придает им большую реальность и убеждает в том, что мастер взялся за кисть, заметив достойный внимания эпизод. Морская тематика Сергея Сапрунова настолько свежа и динамична, насколько свежим бывает порыв морского ветра, увлекший чаек в белый танец над беснующимися волнами Черного моря. Золотые купола русских церквей вносят нотки умиротворения и тихой светлой радости. Без лишних прикрас отражает автор картинки деревенской жизни, не упуская самого главного. Узнаваемость лирических линий, пересекающих деревенские тропинки, уводит за горизонт повседневности, отзываясь мягкой теплой волной. Здесь ничего не меняется веками. В этом прелесть и беда небольших деревень. Эта же тема струится на картинах Сергея Сапрунова, смешивая времена года в единое понятие непрерывности нашего пребывания на этой земле. Тема доброты и любви доносится с ароматом цветов, складывая будни в праздничные душистые букеты.